Ночью оперативно-тактическая ситуация существенных изменений не претерпела. На отдельных направлениях продолжились артиллерийские дуэли и стрельба из стрелкового оружия. Столица Карабаха, Степанакерт, подвергался обстрелам всю ночь, сообщает информационный штаб Арцаха. Азербайджанские вооруженные силы также подвергли артиллерийскому обстрелу христианский собор Казанчицоц, собор Святого Христа Всеспасителя, главный символ Шуши. То же самое делали наемники-террористы в Сирии с христианскими храмами. У кого-то есть еще вопросы, кто воюет против армян и почему? О чем говорить с теми, кто бомбит церковь? Армянские подразделения с утра уничтожили 4 единицы вражеских гаубиц Д-30 вместе с личным составом и боеприпасами, которые даже не успели занять огневые позиции. Согласно данным штаба, с 27 сентября по сегодняшний день вооруженные силы Арцаха поразили 16 вертолетов, 17 самолетов, 145 беспилотных летательных аппаратов, 496 единиц бронетехники, в основном танки, 4 РСЗО «Смерч», 4 тяжелые огнеметные системы ТОС-1А противника. У противника свыше 4069 погибших. С армянской стороны, согласно предварительным данным, погибло 350 человек. Алиев в интервью российскому Первому каналу признал, что Баку не сообщает военные потери. По его словам, информация о потерях является конфиденциальной. Еще бы, по факту народ должен сместить такого горя главнокомандующего за столько бездарно погубленных сограждан. Сейчас, по сообщениям представителей военных и гражданских властей в Степанакерте, большинство тел все еще находится в нейтральной зоне. Армянская сторона готова пойти на временное прекращение огня для осуществления гуманитарных задач. Вы просто не представляете, сколько трупов азербайджанских военнослужащих скопилось возле наших позиций, заявил представитель армянского министерства обороны. При этом, как заметил представитель власти, и по законам ислама эти тела не должны находиться в непогребенном состоянии. Но они не соглашаются и не собираются забирать тела своих военных. Они даже не информируют свою общественность, не сообщают им, кто погиб, кто ранен и так далее. Азербайджанская армия постоянно убегает с поля боя. Рано утром, 8 часов 30 минут, в южном направлении противник предпринял попытку наступления, но, потеряв 3 единицы боевой техники и около 20 военных, сбежал с поля боя у Джабраила. Молодые люди, демобилизованные в течение года, по призыву премьер-министра республики, добровольно обращаются в центральный сборный пункт. Среди добровольцев и сын премьер-министра Ашот Пашинян. «Меня сюда привело право всех нас жить счастливо и мирно, и тот факт, что сегодня это право нарушается. Меня сюда привела борьба за нашу счастливую жизнь», — отметил Пашинян-младший. В связи с этим приведем часть статьи азербайджанского публициста Арифа Алайджи. В армянских ресурсах появилась новость о том, что сын премьера Армении, Ашот Пашинян, только что завершив срочную службу и демобилизовавшись из армии, записался в добровольцы и отправился защищать Карабах. И именно на этом фоне становится еще более актуальным главный вопрос. А где сейчас вполне дееспособный сын Ильхама Алиева и Мехрибан Ханум? Мы его хоть раз видели в последние дни. Где наш в меру упитанный золотой мальчик? Просаживает государственную казну где-нибудь на Анатолийском побережье? Развлекается в европейских столицах? Не скажу точно. Одно знаю наверняка. Он не на фронте. Война, развязанная его папашей, не его война. Она для него где-то очень далеко. Он не слышит звуки разрывающихся бомб, не видит смертей боевых товарищей. Да и могут ли быть у него боевые товарищи? Максимум – партнеры по покеру. Многие из вас видели ролик в сетях. Азербайджанские матери буквально вступили в схватку с полицией, отбивая своих сыновей. Крики, слезы, обмороки, но главное – гнев. Праведный гнев в адрес алиевской власти. Городской совет Женевы принял резолюцию с осуждением агрессии Азербайджана. В резолюции также говорится о признании права армян Нагорного Карабаха на самоопределение и требования заморозить активы семьи Алиевых в Швейцарии. Журналист-расследователь газеты «Нью-Йорк Таймс» Кристиан Триберт опубликовал спутниковое изображение от 3 октября, на котором видно, что на территории аэропорта в азербайджанской Гяндже размещены как минимум 2 турецких истребителя F-16. Турецкие военные эксперты воюют бок о бок с Азербайджаном, который использует турецкое оружие, в том числе беспилотные летательные аппараты и военные самолеты, пишет немецкое издание Deutsche Welle. Согласно достоверным источникам, Турция вербует и перевозит в Азербайджан иностранных террористов.